я не видел ситуацию с пешеходом, но я видел уже машину, вот это вот как она стоит. Потом вот приехал бус, он не мог проехать и начал, и вот ударил машину. Он стоял с аварийкой, вот как стоит сейчас. Вот. И просто ребята решили его подвинуть. Вот и все. Два человека, да. А в каком они были состоянии? Ну, нехорошим. В смысле нехорошим? Ну, в некондиционном, ну, скажем так. То есть, не по... а если вы были выпившие? Да. Ну вот, мы стали, вот бус как стоит, так и стоит. Он на зеленом свете стоит, правильно? Да. Ну, так а что еще? Мы подвинули-то Жигули, не смогли объехать. Потому что, а посмотри, как Жигуль стоит. Ну, уже на аварийках он был виден, что стоит. Так посмотрите, как он стоит. Он же пошел не в своей полосе. Но авария случилась до того, как вы... Подождите, он не в своей полосе стоит, это конечно, уже. Конечно, это не в своей ну, полосе. Ну так что вопрос, какой еще?